Итак, это целое кратное 2π. Это понятно, да? Теперь я хочу воспользоваться непрерывностью, которая для этого отображения предполагается. Из-за непрерывности для любого d, для любого эпсилона там существует какая-то дельта, да? А давайте расшифруем вот это для нашего утверждения. Что значит для любого эпсилона существует дельта? Что здесь это означает? Это значит, что если у некоторой точки какой-то образ вектор, вот он, то есть, грубо говоря, эта точка переходит вот в эту точку, если говорить на термах отображения, то у любой окрестности вот этой точки существует окрестность вот этой точки такое, что внутри нее направление будет взято из вот этой окрестности. То есть, иными словами, для любого числа дельта тета, для любого отклонения угла в разные стороны, сюда-туда, можно указать такую окрестность точки, что внутри нее все углы будут внутри вот этого вот раструба. То есть они чуть-чуть только по сравнению с этим углом будут изменены. Я теперь возьму эпсилон, некоторое конкретное. Ну, например, мне, я думаю, хватит 45 градусов. Но если кому-то хочется, можно взять с запасом, скажем, 15 градусов. Может быть, там вот сейчас будем... Нужно взять, на самом деле, любой угол, который гарантирует нам, что не будет 180, но так как мы еще будем здесь немножко менять положение окружности, то на всякий случай давайте и для наглядности, возьмем какой-то маленький угол. Вот скажем, угол 15 градусов. Это означает, что у каждой точки есть некоторая окрестность, внутри которой изменение угла не больше 15 градусов. Теперь внимание. Помните такое свойство, как равномерная непрерывность. Равномерная непрерывность означает, что вот эту дельту можно выбрать одну и ту же для любой точки окружности. То есть можно подобрать для вот этого эпсилона такую дельту, что где бы ее ни нарисовать, всегда в пределах вот этой дельты угол будет меняться не больше, чем на 15 градусов. Верно? Теперь утверждение. Если разбиение более мелкое, чем вот эта дельта, то есть любое разбиение более мелкое, чем дельта. Что значит более мелкое, чем дельта? Это значит, что все длины, все возникающие на окружности вот эти мелкие интервальчики, будут длины меньше, чем дельта. То есть рассмотрим любое разбиение, в котором все эти интервальчики меньше, чем дельта. Я тогда утверждаю, что для любого такого разбиения вот эта интегральная сумма, вот эта сумма углов поворота будет одной и той же. Я не утверждаю, что она равна нулю, там, или 2π, или 4π, или 8π. Я просто утверждаю, что все они будут одинаковые. И вот это вот надо, как бы, надо пояснить. Значит, мы рассматриваем достаточно мелкое разбиение. Если есть еще одно достаточно мелкое разбиение, то что с двумя разбиениями обычно делают? Вычитают друг от друга, более или менее сравнивают. Как так? Сравнивают или вычитают? Пересекают. Ну, пересекают, я бы сказал, объединяют. Ну, или я не знаю даже, как тут лучше сказать. То есть я хочу сказать следующее. Два разбиения можно слить в одно. То есть взять точки, которые встречаются как в том, так и в другом. Получится еще более мелкое разбиение, чем оба. Тем самым, естественно, тем более меньше, чем дельта размер, расстояние в нем. И
Для того, чтобы доказать, что у двух разбиений одинаковая вот эта вот сумма, достаточно доказать, что у того, которое получено вот таким вот слиянием, она такая же, как у обоих, да? То есть фактически задача идет следующая, фактически. Задача такая. Пусть у нас есть разбиение, в котором все интервалы меньше, чем d. Тогда любое дополнительное разбиение не влечет изменения этой суммы. Почему же это так? А вот почему. Рассмотрим любой интервал и систему точек внутри него. У интервала есть вектор и еще один вектор. Он изменился не более чем на 15 градусов. Внутри тоже всегда изменения были не более чем на 15 градусов. Осталось просто сказать, что вот это вот, это же сумма какая, да? А угол между этими двумя, плюс угол между этими двумя, плюс угол между этими двумя, плюс угол между этими двумя и так далее. Но каждый раз вы вычитали и прибавляли все внутренние углы, посокращались друг с другом. То есть вы как бы, что это, что такое угол между этими двумя? Это угол поворота этого минус угол поворота этого, разница двух углов. Причем, почему я могу брать разницу двух углов? Потому что все это в пределах некоторого раструба очень небольшой величины. У меня не будет загвоздки с разницей углов. Я мог бы получить разницу углов, если бы они очень далеко были, эти углы, друг от друга. Либо вот такую, либо вот такую. Скажем, если бы был вот такой вектор, вот такой и такой, то под разбиение с прибавлением вот этой точки окружности меняет нам сумму. Здесь была вот такая сумма, а здесь стала сумма, значит, здесь как бы вот такая, и потом обратную сторону мы пошли, это 0. А здесь стало 1, 2 и 3, 180 градусов, ой, 360, 2 бит. А если мы находимся в пределах одного и того же раструба 15 градусов, то этого не возникнет. У нас все суммы то сокращаются друг с другом. Направление этого вектора, угол вот этого вектора, минус угол этого, плюс того, минус этого сократилось. Плюс этого минус того снова сократилось. И в конце концов остались только крайние и первые. То есть все внутренние суммы посокращались друг с другом. Так, вот интересно, как, Сев, как ты думаешь, это ну, как бы достаточно строго? Достаточно, мне кажется, что это такой прокладной, в общем. Ну то есть в принципе можно, да, вполне считать. Вот дискретная как бы. Фактически, вот эта штука, когда мы каждой точке сопоставляем разницу углов между, в смысле, ну да, между ней и предыдущей точкой. Это можно назвать дискретной дифференциальной формулой, разностной дифференциальной формулой. Дифференциальная форма – это скорость изменения как бы угла, да, скорость изменения угла. Ну вот дифференциальная геометрия, есть такое понятие, дифференциальная форма, одна из основных. Мы ее определили, ну, для конечных наборов, то есть это такая разностная дифференциальная форма. Вот. То есть дифференциальная форма это вообще что? Я так для себя не понимаю. Это указание производной от функции без указания самой функции. В данном случае не может быть функции на окружности, у которой будет производная вот, в каждой точке равна дополнительным поворотом вот такого вот вектора. Если мы нарисуем вот такую вектор функцию, то у нее есть скорость поворота, в каждой точке она одна и та же, скорость единичная, поворот вектора. Но она накопится в виде 2π за поворот полный, и она как бы изменит свое значение, вот эта вот формула, которую мы. То есть у нее производная сегодня была положительная, равная единице. Значит, функция через один поворот добавится 2π. То есть такая функция может быть только многозначной. Ну, в общем, то, что я сейчас проговорил, похоже, минимум на ахинею, потому что нужно придавать этому строгость. Но фактически в дифференциальной геометрии вот эта вещь формализуется. Но у нас на это все можно забить, просто я хочу сказать, что при дополнительном подразбиении в пределах уже ситуации, когда угол не меняется больше, чем 15 градусов, мы получим одну и ту же сумму. Вот. А кроме того, она целочисленная. Просто можно определить какую-нибудь функцию, которая ставит число угол, другое число, ну короче, 0,2π, и накапливается. Да, и тогда она накапливается. Вообще, ну, естественно, там вылазит. Там φ, допустим,
тета минус 1, вернее, фи тета плюс 1 минус фи тета минус 1. Фи тета плюс 1 минус фи тета. Да, это разница двух углов. Ну и таких, такие суммы, эти фи тета с минусом, фи тета с плюсом сокращается, остается две последние. Да, остается две последние. Но там, конечно, надо... Но там будет уже учет поворота вокруг, значит, своей оси на кратное число. Ну, собственно, это она и есть, такая функция. Суммарно накопленный поворот вектора, то есть сумма вращений. Ну вот формально она определяется так. Визуально и так видно, что это такое. Сколько раз вращается вектор. Значит, теперь ключевое утверждение об этой науке состоит в том, что из-за непрерывности отображения t можно выбрать столь близкие друг к другу, ну, такое опять единое для всех значение, там, новой дельты какой-то, что вектор, который торчит здесь, ну, вот вектор единичной окружности, который здесь как-то торчит, отличается от вектора вот в соответствующей точке второй окружности, тоже не более чем, например, на 15 градусов. Тогда любые конечные дискретные вот эти суммы будут у этих двух окружностей одинаковые. Но после того, опять же, как мы подробим их на достаточно большое число интервальчиков. То есть, когда мы каждую из них подробим на большое число соответствующих друг другу вот так точек, то каждый раз отличие вот этой разницы от вот этой, вот этого вектора будет не больше, чем 15 градусов. Вот. И вот в пределах этого тоже, значит, будет не больше 15 градусов. И в пределах этих не больше 15 градусов. Вот я почему взял 15 с некоторым запасом. В результате во всей этой окрестности будет не больше 45. То есть все равно мы не получаем ситуацию, когда у нас один вектор, другой обгоняет на 180 градусов. Когда возникает разное число оборотов, когда один вектор, другой обогнал на 180 градусов. Вот если исключить ситуацию аккуратного подбора вот этой дельты, мы получим, что сумма на верхней окружности и сумма на нижней будут одинаковыми просто. Потому что каждый шаг здесь будет никогда не будет отличаться на величину там, порядка 2π. Всегда будет в пределах 15 градусов. И теперь, когда мы просуммируем это по всем окружностям, да, мы должны получить два целых числа. Но два целых числа, соответственно, тоже будут, ну, то есть два целых кратных 2π тоже должны совпасть в результате друг с другом. Так, вот я сейчас подумаю, насколько это, вот то, что я сейчас проговорил, насколько это строго. Насколько строго это рассуждение. Всегда, когда прыгает. Нет интуиции того, насколько строго всего. Типа, выбираем несколько n точек, для n точек у нас находится эпсилон. Да. Это эпсилон такое маленькое, что мы, суммируя все вот эти наши тетты, мы не перейдем через 2π. Через 2π, да. Ну и все. Ну а раз мы не переходим через 2π, индекс не изменяется. То есть как бы для каждого n фактически существует. Ну да. Эпсилон. То есть они никогда не отличались, ну в принципе да. То есть вот эти векторы в этих двух точках никогда не отличались больше, чем на 15 градусов. Ни здесь, ни здесь, ни здесь, да, ни здесь. Просто мы просуммировали, 2π не получим, если мы достаточно. Да. Правильно. Каждый раз сумма все равно в пределах от плюс 15 до минус 15 от текущей суммы во втором случае. Потому что стартовали, ну, допустим, плюс 30, минус 30, надо сказать. То есть стартовали с двух векторов не более чем на 15 градусов отличающихся, и заканчивали тоже двумя векторами не более чем на 15 градусов отличающихся. Поэтому эта сумма, она никак не могла, значит, за это время накопиться больше, чем 30. Ну, кто видит противоречие теперь? Нет, она будет последней, недостаточно. Нет, именно что в каждой точке отличие угла поворота не больше, чем 15 градусов. То есть у нас эпсилон должно зависеть от количества точек. Эпсилон я вообще фиксировал одно и то же. А дельта зависит? А дельта зависит. Дельта вообще, дело в том, что это компакт. На компакте непрерывная функция всегда является равномерно непрерывной. Поэтому дельта вот эту. Одну и ту же можно взять сразу для всего цилиндра. И все. Просто запасом. И тогда в пределах каждой двух соседних окружностей на расстоянии дельта
у нас изменение векторов на первый, на верхний и на нижний будет не больше, чем 15 градусов от этого раствора. Да, мне кажется, два крайних только недостаточно рассматривать. Только два крайних не назад. Надо посередине тоже надо все рассматривать. Да, все рассматривать. И каждый раз нужно устанавливать. Каждый раз нужно устанавливать, да, что. Типа 2π делить на m или что-то. Ну да, надо посмотреть, да. На самом деле надо аккуратнее быть немножко. Ну, в общем, значит, что. Результат такой, с той или иной степенью строгости мы определили понятие индекса вращения для отображения. Для верхнего он равен чему? Он равен для тождественного? Единицы. Единицы, конечно. Ровно один оборот. А для нижнего? Нулю. Потому что это отображение тривиальное. Оно все в одну точку, этот вектор, он не поворачивается совсем. Значит, здесь единица, здесь ноль, а меняется непрерывно. Противоречие. Первое. Он всегда целочисленный. Второе. Наверху он один. Третье. Снизу он ноль. Вот эти три факта вместе... ну да, и все. Да. Четвертое. Он непрерывно меняется. Непрерывная целочисленная функция на связанном множестве равна константе. Это, можно сказать, фундаментальный принцип топологии. Но если кто хочет очень строго, то посмотрите просто на верхнюю грань тех значений t, точно верхнюю грань тех значений t, при которых его значение равно единице. Чему равна эта верхняя грань? Ну, чему-то равна. Вот, например, вот эта точка. Тогда мы получаем, что в этой точке она либо 1, либо 0. Ну, либо не 1, извините, либо какое-то другое число. Но у любой окрестности есть как точки, где она равна единице, как и, соответственно, точки, значит, в которых она единица не равна. И это противоречит непрерывности, потому что если в этой точке было какое-то целочисленное значение, то, как мы убедились, в некотором интервале все окружности дают то же самое целочисленное значение. Но тогда это не верхняя грань. То есть, соответственно, верхняя грань может быть только один, но это тоже не может быть, потому что здесь у нас индекс вращения равен нулю. То есть, целиком всюду кругом одно противоречие. А раз противоречие... Значит, не существует непрерывного отображения, которое связывает между собой тождественное и тривиальное отображение окружности всегда. И первым способом основная теорема доказана. Но если кого-то не удовлетворила степень строгости, связанная с дискретным индексом вращения, то сейчас будет на бис железобетонное строжайшее доказательство, сводящее к теореме Брауэра. Причем сразу для всех сфер, для СН. Ну, для простоты мы все равно будем на окружности рисовать. Вот, но вот то, что я сейчас буду рассказывать, оно верно вообще для всех сфер сразу. То есть будет доказано, что для любой сферы тождественное отображение и тривиальное, оно иногда вот так, point, pt, point, все в одну точку, не соединяются непрерывной кривой. Не существует. Или на научном языке говорят так. Фундаментальная n-ная гомотопическая группа n-мерной сферы нетривиальна. Это если перевести на такой, на математический, к математической терминологии перейти. Но фактически просто речь идет о том, что тождественное и тривиальное отображение n-мерной сферы себя никогда не связываются непрерывным преобразованием. И сейчас я, соответственно, сейчас я хочу свести это к теореме Брауэра, которую уже доказывать совершенно школьным и чрезвычайно красивым образом. Вот, итак. Так. Все стираю, кроме цилиндра. Цилиндр мне еще пригодится, потому что все-таки цилиндр это как раз предполагаемое существующим вот это вот непрерывное перетягивание тождественного отображения в тривиальное, мне сейчас пригодится. А именно, смотрите, что я делаю. Я беру круг. И разбиваю его на концентрические окружности. Вот так. Вот это будет окружность
номером 0, это с номером 1, это, ой, тьфу, это там с номером 1 четверть, это 2, 3 четверти. И последняя окружность у меня будет схлопнута в одну точку круга. Понятно, конструкция, да? Я просто круг разбил на серию, вложенную друг в друга разным радиусом окружности. Понятно, что для n-мерного шара действует ровно то же самое. Я n-мерный шар разбиваю на n-мерные сферы, вот так вот собываешь радиус. Вот. Единственное, так сказать, очень важное отличие заключается в том, что последняя, вот эта последняя окружность, она вся прочь целиком. Ну, то есть, на самом деле, цилиндр видно, да, как я беру цилиндр за хвост и хвост сжимаю. Ну, и потом, если наверх я подниму, я из цилиндра сделаю просто круг. То есть, здесь это видно. Теперь я смотрите, что делаю. Теперь я делаю следующее. Я наношу на все точки круга соответствующие вектора, которые взяты из Т. Но только не их самих, а минус их. То есть, вот смотрите, если у меня была окружность, которая вот эта окружность, то все вектора торчали в ней. Вот так. Продолжение вот этой вот, вот этих линий. Правда? Это было первое отображение. Теперь я его изображу. Ровно наоборот, а именно с этой окружности все будет торчать прямо вот непосредственно в центр круга. Правда ведь? Минус вектор торчит в центр круга. Так вот, для того, чтобы было все непрерывно, я все остальные тоже обращу внутрь. Ну, в смысле, внутрь. Не внутрь, а заменю на противоположное. Это уже в начале это внутрь, а потом это куда угодно будет. То есть, возникнет такая ситуация. Единичные вектора живут в любой точке круга. В любой точке круга. С окружности они смотрят непосредственно в центр. С любой внутренней точки, чтобы узнать, куда должен смотреть вектор, я беру эту окружность, нахожу соответствующее значение t, смотрю, где на окружности лежит вот эта точка, смотрю, куда смотрит вектор, переворачиваю и направляю туда, куда получится. Тоже все они единичной длины, потому что это отображение в S1. Поэтому я получил поле векторов единичной длины, которые определены для любой точки круга. Теперь ключевой момент. Центр круга тоже получает некоторый однозначно определенный вектор, несмотря на то, что в центр приходит вся эта окружность. Вопрос, почему? Потому что он тривиально, вот это отображение тривиальное. Все эти точки переходят в один и тот же вектор. Поэтому в центре он, мы его и нарисуем, он вот такой будет. Понятно, да, что произошло? Мы для произвольного такого отображения ничего бы не смогли сделать, но из-за того, что он в конце склеивает все в одно, мы смогли однозначно определенное непрерывное отображение. Потому что, естественно, в некоторой окрестности этого круга, вот там, тут уже совершенно строго по этой равномерной непрерывности существует такое дельта, что во всех точках предыдущей как бы, окружности, да, которая незадолго до нее, все вектора тоже в пределах эпсилона окрестности этого живут. Поэтому здесь тоже, вот в этой вот некоторой окрестности, все вектора где-то непосредственно, ну как бы, вот где-то в пределах вот этого. То есть отображение совершенно формально непрерывное. Я построил по вот этим данным, по отображению t из S1 на 0,1 в S1 строю отображение строю отображение W из круга B2. B2 это круг, ну, я как бы, я обычно буковку B обозначаю круги, а S сферы. То есть шары B, а сферы S. Значит, из круга тоже S1 строю B непрерывно. Вот, непрерывное отображение круга в окружности. В этом пока никакого криминала нет. Я сейчас объясню, где криминал живет. Значит, круг, причем это тоже единичного радиуса. То есть в каждой точке круга нарисован вектор единичной длины. Все. И этот вектор меняется непрерывно с изменением точки.
Внимание! Это отображение непрерывно, следовательно, можно указать для любого эпсилона. Такое дельта, можно найти такое дельта, пользуясь равномерной непрерывностью, можно найти такое универсальное дельта для всей этой окружности, что при отклонении на дельта, вот этот вектор будет отклоняться на вот это одно и то же эпсилон, то есть не больше, грубо говоря, я могу задать некоторую здесь окрестность нуля, вот такую, да? Вот они сейчас все торчат в ноль. Я могу придумать некоторую окрестность нуля, неважно какую, какую-то окрестность нуля придумал. Например, 1/3. В принципе, неважно, какую взять. Радиус 1/3. Я нарисовал, конечно, 1/5, но неважно. Вот. И для этой 1/3 существует такое и дельта, что у всей вот этой прибрежной полосы, вектора торчат вот сюда. Вот, в эту полосу, вот это вот внутрь 1/3, потому что они мало отличаются от соответствующих векторов, торчащих отсюда, они торчат в центр. Сева, правильно все? Я боюсь, что там возникнет одна проблема. Сейчас посмотрим. Так. Фиксировали это, да? Теперь отображение H строится из B2 в B2 по следующей формуле. H от X равно X плюс дельта, умноженный на вектор, который нарисован в сверху. Возникла проблема? Почему у него нет неподвижных точек? Потому что тогда b равно нулю, а это вектор окружности. А внутри тоже вектор окружности, он же всегда вектор окружности. Нет, я как вижу, что мы определили какое-то непрерывное полярное растение, да, внутри. Да, которые все длинные один, все поголовные. И все длинные один. И я поехал по каждому из них на дельту. Да. А почему там не может быть какой-нибудь петель где-нибудь внутри? Так это же физическая езда просто по вектору на дельту. Ну вот у меня есть нарисован здесь куда-то вектор, я на дельту еду. Линейное. Чисто линейное отображение. Я думал про дефур. Не, никакого дефура. Это брутально линейное отображение, я сдвигаюсь на дельту. Так как сам вектор непрерывно меняется, то уж дельта то ли от него тоже меняется непрерывно, конечно. А оно сжимающее получилось или нет? Нет, не обязательно. Бравер без сжимающего. А почему взаимооднозначное? Не взаимооднозначное, произвольное бравер требует взаимооднозначное. Только одно требуется, чтобы это отображение всегда давало точку из этого же круга. А это происходит из-за того, что я отступил на вот эту дельту. То есть, те, которые внутри прибрежной полосы, они смотрят отсюда, ну как бы сюда, да, может, если здесь 1/3, а вот дельта, если слишком большая получилась, мы ее подсократим немножко. Если она слишком большая, может быть, нас это не устроит, мы ее немножко подсократим. Вот, и тогда по вектору, который идет отсюда сюда, дельта всегда будет смотреть центр шара. Ну, в сторону центра, она будет иметь угол. То есть она, эти вектора смотрят отсюда сюда, они смотрят из границы внутрь. Это кажется не строгим, по-моему, это абсолютно строго. То есть это доводится до полностью строго, просто аккуратным подсчетом, какого размера должна быть эта окружность. 1/3, мне кажется, вполне хватит. Просто брутально 1/3, потом, скажем, если дельта оказалась больше, чем 1/3, мы возьмем минимум из дельты 1/3. И тогда из прибрежной полосы не будет торчать никогда вектор снаружи. Он всегда будет идти внутрь вглубь. Поэтому дельта, время дельта, по нему мы будем ехать внутри круга. А из всех остальных точек совершенно не важно, куда торчит вектор, потому что я еду только дельта, и из-за того, что дельта это размер прибрежной полосы, он никогда не выйдет за пределы. Дельта там можно так выбирать, чтобы вектор от нормальной не успевал повернуться больше, чем на прямой угол просто, да? Ну, мне кажется, что взять 1/3 это добивается как раз. То есть, если ты берешь 1/3,
Ну да, дельта, да, дельта нужно немножко ограничить, да, дельта, как бы, когда мы нашли эту дельту, надо еще уменьшить ее до того, чтобы вот в пределах вот этого вот, в этой ситуации, все вектора, которые смотрят в окрестность одной трети, никогда не были перпендикулярны этому, а имели с ним небольшой угол. Ну, очевидно, что это возможно сделать сокращением дельты достаточно большим. А потом мы дельту едем по каждому из векторов. Все вектора не нулевые, значит, каждый раз x пришел во что-то совершенно другое, а не в x. И каждый раз вглубь, либо вглубь шара, если это прибрежная полоса, либо, пожалуйста, может быть, вне шара, но так как мы ехали не больше, чем дельта, то мы не успели пересечь прибрежную полосу. Заметьте, это абсолютно 100% одинаковое рассуждение для любой размерности. Просто красиво это видно на плоскости, а в СМ ровно то же самое. Ну вот. Отображение без неподвижных точек. Непрерывное. Непрерывное без неподвижных точек. Ура! Противоречие теореме Браунера. Да. Через дефо, видимо, это тоже доказывается, но там хуже будет. Там всякие цифры будут. Да, ну его нафиг это дефо. Не-не, здесь ты просто едешь по вектору и все. Да. Вот. Ну вот. Вот я, так сказать, не знаю. Это наверняка известно профессиональным топологам, но жалко, что этого нет в элементарных книжках, потому что это утверждение здесь проходит некая граница. Вот есть топология высокая, в которой гомология и гомотопические группы, есть топология уровня школьной непрерывности, эпсилон и дельта. И моста между ними нигде нет. Вот в книгах, которые я знаю, моста нет. Вот это тот самый мост, который нужен, потому что он полностью на эпсилон и дельта язык переводит это утверждение. Нет, наверное, в каких-то книгах есть, я не знаю. Для меня всегда была загадка, почему они так быстро перепрыгивают от эпсилон дельта к каким-то страшно интуитивно понятным, но страшно непонятно как доказываемым конструктором. То есть вот вся гравитомическая топология, она начинается с этого утверждения. И это утверждение теперь мы торжественно свели к теореме Брауэра. А теорема Брауэра такая. Он неподвижный точкой. 1908 год. Это одна из самых великих теорем математики. К ней шли на протяжении там, полувека 19-го, конца 19 века. И в конце концов ее вот тем методом, который полностью школьный, вот совсем-совсем школьный, доказали в 1928 году только. Это Лема Шпернера. Это 1908. Значит, а Шпернер, который доказал это совсем просто, и тем самым, на самом деле, вот я считаю так, 1928 год, вот этот вот момент, когда можно было всю топологию уже излагать на эпсилон дельта языке, это вот с момента вот этого, которое мы, вот эта лемма, которая в духе завтрашних методов. Сколько сейчас времени? 16:44. А, нормально, еще есть время. Значит, теорема Брауэра о неподвижной точке. Пусть x это подмножество некоторого конечномерного обычного линейного пространства. При этом x выпуклый контакт. Ну, например, шар. Шар годится. Шар это выпуклый контакт. Далее. F из x в x. Непрерывное отображение. Все, больше ничего не требуется. Тогда существует неподвижная точка. Тогда существует x со звездой из x. Такая, что ее образ при этом отображении равен ей самой. С ней совпадает. Вот надо, на самом деле, заценить степень общности этого утверждения. F – это самое произвольное, которое только может быть, непрерывное отображение. Непрерывных отображений существует просто там хреновые горы самых разных, совершенно безумно трудно устроенных, там, беспроизводных, где бы то ни было,
каких-то таких сетей, в общем, непрерывное отображение, это огромный класс, совершенно огромный. И тем не менее, никакой возможности избежать того, что будет неподвижная точка, да, то есть какая-то точка переходит в себя. И этого избежать нельзя, вы не можете придумать такого непрерывного отображения, такого компактного внутрь себя, в том числе, неважно, на выпуклый компакт или только, ну, скажем, например, если отображение тождественно вам, ой, извините, тривиально, весь выпуклый компакт в какую-то точку, ну, вот эта точка и будет неподвижной, да? Но, в принципе, отображений совершенно безумное количество. Можно этот компакт сложить пополам, смять, что-то там сделать с ним, что угодно. Главное, не рвать на части. То есть любое преобразование, любое непрерывное преобразование, если пластилиновое, выпуклого компакта внутрь себя, обязательно, обязательно гарантирует, что есть точка, которая останется на месте. А, сейчас я вам скажу примерно, как это выглядит. Вот вам карта Иркутска. Да? Вот карта Иркутска. И вы берете сверху еще одну такую же карту, сконковываете ее и бросаете сверху наверх. Только не рвете, а именно сконкать можно, как угодно. Обязательно существует точка, вот, можно иголкой проткнуть одну и ту же точку на обоих картах. То есть можно так вставить иглу, что когда вы расправите, окажется, что одна из проколотых точек на вот верхней карте совпала ровно с вот этой точкой на нижней. Это, ну, совершенно, мне кажется, что это совершенная нетривиальность. То есть это такое как бы утверждение топологии, которое совершенно не, ну, так сразу совершенно не интуитивно. Неужели нельзя избежать неподвижной точки? Нельзя. Значит, понятно ли, что сделано следующее. Наше вот это утверждение о стягиваемости окружности привело к тому, что теорема Брауэра неверна. Значит, если мы докажем теорему Брауэра, то такого быть не может, и, соответственно, непрерывного преобразования Т тоже не бывает. Такого, как мы строили. То есть, вот построение, которое сводит теорему Брауэра. Потому что вот это H, оно никогда, естественно, не имеет неподвижных точек, потому что для этого x плюс вот это должно быть равно x, то есть дельта умножить на вектор должен быть равен нулю. Это значит, что вектор равен нулю. Какой вектор равен нулю, когда все вектора единичной длины? Значит, такого быть не может. С другой стороны, то, что мы аккуратно как вот, отделяли эту прибрежную полосу, означает, что все наши движения на дельту, они остались внутри шара. Поэтому действительно непрерывное внутри шара без неподвижных точек. Все, значит, соответственно, мы все стираем и доказываем теорему Брауэра. Вот. Наверное, я успею ее доказать. По крайней мере, знаете что? Я успею ее доказать для плоскости. Для пространства это просто вот буквально то же самое. Теорема Брауэра, Лева Шпернера, вот это, она как бы она обладает тем свойством, что она. В общем-то, ее сразу нужно доказывать для произвольной размерности. Но на плоскости все настолько наглядно, что как бы есть предпочтение вначале на плоскости показать. Значит, сейчас я буду доказывать, что шар, что круг нельзя внутрь себя непрерывным образом без неподвижных точек как-то значит, это самое преобразить. Но на самом деле доказывать я буду делать треугольник. Треугольник и круг одинаковые, как мы начинали с того, что прямоугольник и круг одинаковые. С точки зрения топологии, треугольник и круг одинаковые. Существует пси, взаимоодозначное и взаимонепрерывное отображение треугольника на круг. Поэтому если мы докажем, что ни одно отображение круга, ой, извините, если мы докажем, что ни одно отображение треугольника в себя не может обойтись без неподвижной точки, то тем самым ни одно отображение круга в себя тоже, потому что, ну пусть у вас вот это отображение G из круга в круг. Что мы с ним делаем? Мы строим с помощью него отображение H из треугольника в треугольник. А именно, H от точки X равно G от пси от X. Сейчас, H от точки X. У меня G такое, а я строю H. Да, H от точки X. Это G от пси от X. И пси минус первое от него. То есть по вот такому G я строю H вот здесь. А именно, я беру точку, перекидываю на круг, перевожу с помощью G и возвращаю назад с помощью этого пси. Пси минус первое от G от пси.
Для треугольника это казалось, что существует неподвижная точка. Найдем ее. То есть вот это отображение непрерывно. Раз G непрерывно, и пси непрерывно. И пси минус первый непрерывно, значит, гомеоморфизм. Значит, и композиция непрерывна. Значит, у нас есть неподвижная точка у вот этого отображения. То есть существует вот здесь такая точка x с чертой, существует x с чертой. Из треугольника такая что? H от x с чертой равно A x с чертой. Но теперь я расшифровываю это. Что такое h от x с чертой? Это значит си минус первый от g от пси от x с чертой равно x с чертой. Правда ли? Применяем пси и получаем g от пси от x с чертой равно пси от x с чертой. Где неподвижная точка? Пси от x с чертой. Да, конечно. Вот это вот x с чертой, куда она перешла, вот эта точка обязана быть неподвижной на нашем круге. Все. Значит, мы для любого непрерывного здесь построили, нашли тоже неподвижную точку. То есть, я иными словами хочу сказать, что нам вот это вот про выпуклые компакты, на самом деле, любой выпуклый компакт на плоскости – это треугольник. Любой выпуклый компакт в одномерном пространстве – это симметрикс. Он же шар. Он же любой другой. То есть, есть теорема о том, что выпуклые компакты все гомеоморфны между собой в данной размерности. Эту теорему я не доказываю, но она также, ну, как я ее в целом я доказал ее вначале. То есть я показал, почему прямоугольник и круг. Доказательство для общего случая почти такое же. Там надо просто аккуратно повозиться с выпуклостью немножко, чтобы доказать, что вот этот коэффициент сжатия, они меняются непрерывно. Но после того, как мы это сделаем, мы доказывать теорему права будем уже на треугольнике, а не на круге. Этого достаточно. Достаточно доказать, что ни одно отображение треугольника обычного, вот такого треугольничка в себя не может обойтись без неподвижной точки. Так. Так. Как же это доказать? А вот как. Эту вершину называем 0, это 1, это 2. Если хотите, это красный, это синий, это белый. Если по цветам. Если цвета интереснее, давайте белый это 0, красный это 1, синий это 2. Сейчас я буду красить в цвета. Можно цвета 0, 1, 2 делать, а можно красный, синий, белый. Это не важно. Вам больше нравится. Значит, я называю точку белой, если расстояние от нее до нуля не меньше, не больше, чем расстояние от ее образа до нуля. Ой, F у нас F был. Да, F, отлично. То есть я крашу точку в белый цвет или в цвет 0. В том случае, если расстояние от нуля не уменьшилось. То есть если вот я проведу такую окружность, и если образ точки X попал вне этой окружности не сторонним образом. То есть либо на ее границе, либо нет. Я крашу x в красный цвет, если то же самое верно для этого. И нет спору, что точка может быть покрашена в два цвета. Действительно, вот эта точка, она перешла, допустим, в эту. Тогда понятно, что расстояние и до сюда не уменьшилось, и до сюда тоже не уменьшилось. Правильно? А может ли точка быть покрашена в три цвета? Ну, это из которой. Ну, центр уже тоже куда-то там поехал, да? Куда-то поехал. Итак, может ли быть такая точка, что расстояние до этой не уменьшилось, до этой не уменьшилось и до этой не уменьшилось? Если она неподвижна, только в одном случае. Пересечение. Вот смотрите, это задача по школьной геометрии. Внутри треугольника нельзя сдвинуться таким образом, ни с какой точки, нельзя сдвинуться таким образом, чтобы не сократить расстояние хотя бы до одной из вершин. Ну, достаточно просто нарисовать эти окружности и аккуратно проверить, что их пересечение обязательно одна точка. Поэтому если точка
разноцветная. То она неподвижная. И ставлю специальный знак. Потому что доказывать я на самом деле буду именно то, что существует разноцветная точка. Разноцветная значит 0,1,2. Я прошу прощения, именно так. Если точка полностью разноцветная, то есть 0,1,2, то она неподвижная. Поэтому если я докажу, что разноцветные точки существуют, то я докажу все. Это первое замечание. Значит так. Второе замечание такое. Весь треугольник как-то покрашен. Каждая точка треугольника хоть какой-то цвет получила. Это примерно то же утверждение. Удалиться от всех точек вы тоже не можете. Приблизиться ко всем точкам одновременно вы тоже не можете. Хотя бы от одной вы удалитесь. Ну, те же окружности, только теперь внешние части не пересекаются. Внутренние не пересекаются и внешние не пересекаются. Поэтому каждая точка хотя бы один цвет получает. Следующее довольно тонкое свойство, впрочем, совершенно очевидное, что каждая точка вот этого отрезка обязательно покрашена в том числе в нулевой или в первый цвет. То есть, может быть, какие-то из них в цвет 2 покрашены, ну, например, если эта точка куда-то там уехала еще дальше от двойки, то она покрашена в цвет 2. Но заведомо она покрашена либо в первый, либо в нулевой, потому что куда она могла деться? Если по отрезку, то ясно, что она сдвинулась, что она ушла от одной из точек, да? А если наверх, то спроектируем сюда, да? То есть, вот, например, если она перешла сюда, то спроектируем и посмотрим, вот эта точка, как бы, где лежит. Вот, если она лежит вот на этом отрезке, то тогда, результат проекции дальше, чем это, ну, а тем самым и сама, ну, как бы, сама точка, которую проектировали, тоже будет дальше. Поэтому любая точка отрезка 0,1 обязательно получает либо цвет 1, либо цвет 2. И может быть дополнение цвет 2, но это уже не важно. Аналогично, любая здесь получает цвет 1 или 2. Любая точка здесь получает цвет 0 или 2. Вот. А внутри уже что угодно может быть, но каждая точка получает хотя бы один цвет. При этих условиях мы сейчас докажем, что обязательно есть точка, имеющая 3 цвета. Сколько сейчас времени? 10 минут 5. Сейчас попробуем успеть. Итак, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу разбить треугольник вот так на 4 части. А потом еще раз. И еще раз. Короче, утверждение, которое тривиально для плоскости и немножко менее тривиально, но тоже верно для инверного пространства, состоит в том, что треугольник всегда можно разбить на сколь угодно мелкие треугольники. В n-мерном пространстве это некоторая комбинаторная задачка. Ну, в общем, тоже вполне школьная, да. У Никайда в математической выкупной структуре и математической экономике книга такая есть. Он там это прямо разжевывает. То есть он прямо строит разбиение n-мерного симплекса на сколь угодно малые треугольники или симплексы. То есть это тоже школьное, в общем, утверждение, но для треугольника очевидно, да, вешь, каждый раз будет двое меньше. Вот. Значит, теперь я хочу сделать следующее. Я хочу доказать, что существует какой-то маленький треугольник, который будет разноцветным. То есть у него будут три вершины разных цветов. А ты все. Да, все. Ну, там чуть-чуть мат анализа. То есть если сколь угодно маленький существует, дальше нужно из последовательности треугольника выделить исходящую последовательность. И в результате треугольник схлопывается в точку, а так как эти множества замкнуты, вот эти множества, что f расстояние от f от x там, до нуля больше или равно расстоянию от x до нуля, это условие определяет замкнутое множество именно в силу непрерывности функции. Неравенство непрерывно сохраняет. Это был классический мандат, да? То есть множество, построенное на основе неравенства из непрерывных функций, всегда замкнуто.
Тем самым, когда вы возьмете предел треугольничков разноцветных, предельная точка должна иметь все три цвета, потому что это предел, эта предельная точка лежит во всех трех множествах. Значит, она непотречная. Поэтому достаточно доказать, что есть всегда есть разноцветный треугольник. Ну, единственное, что значит здесь надо сделать сейчас, это вот для каждой листочек надо четко определиться с тем цветом, которым мы ее покрасим. Так вот, давайте сделаем так. Ну, понятно, что конечное множество, тут даже аксиомы выбора не надо. Сделать это можно разными методами. Мы сделаем это со следующим условием. Что у любой внутренней мы возьмем любой цвет, если их несколько. Какой угодно. А вот гранично всегда будем выбирать, соответственно, здесь 0 или 2, здесь 1 или 2, и здесь 0 или 1. То есть на границе всегда будем брать у вершины цвет одной из вершин этой стороны. Вот. Теперь мы рассмотрим следующее множество. Смотрите, какое. Все стираем. Вот здесь мы перечислим все треугольники, один с другим, Т1, Т2, Тр, у которых существуют цвета 0 и 1. Именно 0 и 1. Ничто другое, а прям именно 0 и 1. То есть вот это, вот треугольник, у которого есть цвета 0 и 1, может быть здесь 2, а может быть тоже 1 или 0. Это уже я не смотрю. То есть есть, по крайней мере, есть вершина 0 и вершина 1. Мы их все перечислим. А здесь я перечислю все вот такие отрезочки с цветами 0 и 1 на краях. Давайте О1. О, ну нет, отрезок, ну я не знаю. Блин. Ну и. И 1, и 2, и так далее, и там, и. Вот это все треугольники, которые имеют по крайней мере 0 и 1 вершины. А это все отрезки 0 и 1. То есть везде, где встречается 0 и 1. В частности, вот смотрите, вот здесь, да, здесь, у нас вообще вариантов только либо этот отрезок имеет 0,0, либо 1,1, либо 0,1. То есть здесь это просто все, которые с разными вершинами. А внутри уже как бы мы посмотрим, где вот именно 0 или 1. И теперь смотрите, я что сделаю с этой таблицей. Я поставлю плюс. Ну, кто скажет, когда? Когда отрезок это лежит треугольник? Да, совершенно верно. Когда этот отрезок является одной из сторон треугольника. То есть я ставлю плюс в отношении инцидентности. То есть, скажем, если вот это И2, а это Т1, то я ставлю плюс. Вот я проставил плюсы в разные клетки этой таблички, да? Вопрос. Вопрос. Сколько плюсов в данной строке? Варианты ответа и при каких условиях? Не более двух. Так. И конкретно, когда два, когда один? Один, когда внутри, один. Нет, именно в строке. То есть вот я беру треугольник и спрашиваю, когда может возникнуть здесь плюс? То есть какие из ребер могут быть ребрами этого треугольника? Ну, первое, их не больше трех, конечно, да? Второе, все-таки их не больше двух, по следующей причине. Потому что если есть 0 и 1, какие варианты? Если здесь 0, то 2. Если здесь 1, тоже два. Одноцветный. Да, все правильно. Разница в том, будет ли он разноцветный. Для разноцветных, вот, допустим, разноцветный, в этой строке будет ровно один плюс. Один и только один, больше плюсов не будет. А для двухцветных, то есть 0,1,1 и 0,0,1, их будет два. Сева, чувствуешь уже? Да я прочитал. А, ты знаешь, да. Так, хорошо, запомним это. Смотрите, запомним. Запомним, что в строках, где стоят разноцветные треугольники, у нас плюс ровно один. Во всех остальных их два. Ровно два. Так, а теперь столбцы.
У каких столбцов сколько плюсов? Вот тут уже сейчас вот дали правильную вещь говорят. Столбец это ребро. Два? Или один? Правильно? То есть зависимость очень простая. Если ребро висящее внутри треугольника, то их два. Значит, висящее два, а принадлежит стороне 0,1 треугольника обязательно ровно один верхний. Потому что каждое ребро 0,1 обязательно будет, вот треугольник, который рядом с ней, обязательно будет таким, как нам надо. В нем уже есть 0,1. Он может быть трехцветный, разноцветный, может быть нет. Но он уже все равно годится. Он уже такой, как надо. То есть у нас получается, что висящие 2, а приближающие отрезки 0,1, 1 плюс. А теперь смотрите, сколько плюсов в таблице. Нет, я бы так сказал. А плюсов в таблице... Сколько треугольников, ну вот не совсем, потому что в некоторых два плюса, да, стоит? Значит, плюсы в таблице следующим образом. 2 умножить на неразноцветные плюс количество разноцветных. Иными словами, четность количества плюсов в таблице равна четности разноцветных треугольников, количество разноцветных треугольников. Четность, только четность. Считаем по модулю 2. То есть считаем количество плюсов по модулю 2. Тогда оно равно количеству разноцветных треугольников просто. Потому что это ровно все вот эти все строки с одним плюсом, остальные с двумя, поэтому 2 это 0. А с другой стороны, количество плюсов равны. Равно чему? По столбцам. Четности количества. Вот таких отрезков. Потому что опять висящие это 2. 2 плюс 2 плюс 2 и остаются только вот такие столбцы. Поэтому это 2 умножить на висящие плюс вот эти лежащие на этом на 0,1. Следовательно, четность количества разноцветных треугольников совпадает с четностью лежащих на стороне 0,1 разноцветных ребер. Ну, какая у них четность? Стартуем с 0. Какой первый? Хрен его знает. Либо 0,0, тогда он не считается, либо 0,1. Ну, в общем, когда будет 0,1, он зачтется. Дальше может быть все по единицам. Но если когда-то снова переключается на 0, потом снова переключится на единицу. Нечетное. Количество таких планочек нечетно, потому что планочки от нуля к единице, их ровно на единицу больше, чем планочек от единицы к нулю. Появление каждой планки такой должно означать еще одну планку такую. Поэтому здесь обязательно нечетное, а значит вот это тоже нечетное. Вот это число нечетное. То есть количество плюсов в таблице нечетное. А следовательно, количество треугольников, которые являются разноцветными, нечетное. А значит, оно не равно нулю. Теорема доказана. А опять. Да. Как в той задаче. Завтра будет опять. Четность, нечетность, нечетность. Когда мы начали красить, и что, какие цвета? Значит, цвет. Цвет – это вот что. Цвет 0 означает, что данная точка отрезка уехала от нуля. То есть она не приблизилась к нулю. Будем точно говорить, не уехала, а не приблизилась, чтобы были замкнутые множества. То есть я говорю, что точка имеет цвет 0, если расстояние от ее образа до нуля не меньше, чем от нее самого нуля. Я говорю, что она имеет цвет 1, если то же самое, только с единицей. Два тоже. Дальше замечаю, что вот здесь все точки имеют цвет 0 или 1. Может быть, 2 тоже имеют, но по крайней мере... У них всех есть один из этих двух цветов, потому что точка отрезка, она, куда бы она ни попала, после проекции ясно, что она либо от нуля, либо от единицы, ну, в нестройном смысле отдалилась. Ну, также здесь и здесь, поэтому мы произвольную триангуляцию треугольника уже можем покрасить в цвета 0, 1 и 2, так что внизу все обязательно
0 и 1. А здесь уже какие угодно, может быть и 2. И после этого мы утверждаем, что для любой триангуляции, вообще любой, вот мы берем, скажем, все более мелко это все делаем, да, и каждый раз непременно оказывается, что есть разноцветные маленькие треугольнички. Потому что количество этих разноцветных маленьких треугольничков по четности совпадает с количеством плюсов в матрице инцидентности треугольников и этих самых. А у этих нечетность очевидна из вот этой вот картиночки висящих. То есть четность таких треугольников равна четности висящих внизу лежащих планочек. Но планочек нечетное число обязательно, потому что это количество переключений от нуля к единице и назад. Значит, количество разноцветных треугольников нечетно, следовательно, оно не нулевое, значит, оно существует. И значит, после того, как мы теперь разбиение будем все более и более мелкое брать, не обязательно, что внутри этого возникнет разноцветный, можно где-то еще. Но мы можем выделить последовательность сходящихся треугольников. Все-таки треугольник это не более чем как бы, ну, 6 чисел, да. 6 координат и его трех вершин. В шестерках чисел можно взять где-нибудь, ну, то есть шестерки чисел живут в компактном множестве. И можно выделить сходящуюся последовательность. Такую, что все эти числа сходятся к одному и тому же. В смысле, все эти числа сходятся, все эти последовательности. Значит, этот треугольник сходится к трем числам, как бы, да? Но эти три числа обязательно будут одинаковые, потому что треугольники уменьшаются в размере. И значит, пределы этих трех последовательностей это одно и то же число. Значит, это вот это число, в смысле точка плоскости, она будет одновременно красно-синий и белый, потому что предельное значение будет лежать во всех трех множествах. Значит, она будет неподвижной, и теорема полностью доказана. И мост построен, и Pn от Sn не равно Pt. Но расшифровку уже я в четверг сделаю окончательно, то есть почему это настолько великий топологический результат, что я вокруг него бегаю, как с писаной торбой. Это я, значит, поясню уже в следующий раз в четверг. В четверг, это нет? Да, послезавтра.